It's past 1 o'clock in the morning in Red Square in Moscow. We've just finished a 90-minute interview with President Vladimir Putin in the heart of the Kremlin. Mr. Putin spoke expansively on foreign affairs. He held out the prospect, possibly, of a breakthrough in UK-Russian relations. He spoke about the risk of an uncontrolled arms race in the absence of arms control agreements with the United States. He denied that Russia was getting too close to China, and the fact that he'd taken a risk in intervening militarily in Syria, and he felt it had paid off because Russia was back at the top table. And finally, in a crescendo of this fascinating conversation, he spoke about the end of the liberal idea. Что происходит на Западе? Почему вот в Штатах феномен Трампа, как вы упомянули, и случился, да? Что происходит в европейских странах? Отрыв. Отрыв элит руководящих от народа. Есть, знаете, вот эта современная так называемая либеральная идея, да? Она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам просто наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы просто нереалистичны. After 20 years at the top or near the top, has your appetite for risk increased? Риск всегда должен быть оправданным. Это не тот случай, когда можно применить известную такую веселую расхожую фразу. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. How big was the Syria risk in terms of your decision to intervene? Ну, достаточно большой. Конечно, я об этом предварительно хорошо подумал, взвесил все обстоятельства, все за и против, взвесил то, что и как будет складываться вокруг России, каковы последствия. И в конечном итоге посчитал, что позитивный эффект будет для России, для интересов Российской Федерации гораздо больше, чем невмешательство. Mr. President, you've had many meetings with President Xi, and Russia and China have definitely become closer. Are you putting too many eggs in the China basket? Because Russian foreign policy, including under your leadership, has always made a virtue of talking to everybody. Во-первых, у нас яиц достаточно, а корзинку, да, их можно раскладывать не так уж и много. Второе, мы всегда оцениваем риски. В-третьих, наши отношения с Китаем не продиктованы сиюминутной политической или какой-либо другой конъюнктурой. Поэтому, да, у нас много совпадающих интересов с Китаем, это правда. Этим продиктованы и наши столь частые контакты с председателем Си Цзиньпинем. Так что мы идем как бы в струе общей повестки нашей двусторонней, которая сформирована была еще в 2001 году, но оперативно реагируем на то, что происходит в мире. But the serious point, Mr. President, is the danger of tensions between, or military conflict risk between a dominant power and a rising power, America, China. Do you think that there is a risk of conflict, military conflict? In your time, between you, America and China? Ну, вы знаете, вся история человечества связана с военными конфликтами. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Китай проявляет достаточную лояльность и гибкость, в том числе и со своими партнерами, и с оппонентами. Я не думаю, что со стороны Китая возникнут какие-то угрозы подобного рода. Но насколько способны будут Соединенные Штаты набраться терпения и не принимать резких решений, а с уважением относиться к своим партнерам, даже если в чем-то они с этим не согласны. Мне трудно сказать. Arms control. We know that the IMF agreement is in grave jeopardy. Is there any place, from Russia's point of view, for future arms control agreements, or are we in a new phase and in we're likely to see a new nuclear arms race. Думаю, что такой риск есть.
Мы сказали, что мы готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между Соединенными Штатами и Россией. Мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет. Если этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. Do you think that there's a possibility of some improvement in Anglo-Russian relations, and that we can move on from some of these issues that are obviously of great sensitivity, like the Skripal affair? Or do you think that we're going to stay in the deep freeze for the next 3 or 5 years? Послушайте, вот все вот это, все это возня вокруг, вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит межгосударственных отношений серьезно. Потому что вся эта возня шпионская, она, ну, как бы, по-нашему, как у нас говорят, 5 копеек не стоит. Вопросы межгосударственных отношений, там все изменяется миллиардами и судьбами миллионов людей. А у тех, кто у нас, обыватель, слушает и говорит, кто такие Скрипали? А Скрипали, он, значит, оказывается, шпионил против нас. Значит, у обывателя возникает вопрос, а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипали? Может быть, не надо было этого делать? Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений.